Сегодня проводилось очередное заседание оперативного штаба по улучшению позиции в национальном рейтинге. Рассматривалось два основных вопроса, касающиеся жителей и предпринимателей Камчатского края. Первый вопрос, который рассматривался, это постановка на кадастровый учет земельных участков для дальнейшего предоставления как резидентам, так и предпринимателям и бизнесу Камчатского края. И второй вопрос – разрешение, получение разрешения на строительство. То есть достигнуты определенные соглашения. Также будет восстанавливаться еженедельная работа штаба по пятницам. Ну, соответственно, предприниматели, которые предполагают участие и имеют давние нерешенные вопросы, будут на эти штабы приглашаться.